Магнитно-резонансные томографы высокого разрешения совсем недавно доступны лишь в научном мире и применявшиеся преимущественно в экспериментальных целях начинают заполнять и клиническую нишу. Эволюция медицинских технологий достигла такого уровня, что позволяет проводить исследования, сканирующие буквально весь организм. Что позволяет полуторатесловая система? Мы можем видеть практически весь организм, включая все органы, начиная с головы, заканчивая кончиками пальцев. Вот. Это поиск, диагностический поиск опухолевых поражений, сосудистых очагов, инсульта в том числе. Ну, есть такие названия демиелинизирующий процесс. Наверное, слышали про рассеянный склероз и многие воспалительные другие заболевания. То есть любое органическое изменение в структуре органа тут же можно зафиксировать с помощью МРТ. Казань – один из нескольких городов России, в которых появились уже трехтесловые томографы, информативность которых возросла, расширились программные возможности, а продолжительность исследования, наоборот, заметно сократилась. Такой аппарат, он позволяет как бы, ну, не то что в два раза лучше, но распознавать мельчайшие детали, конечно, более четко, чем на полуторатесловых системах. Поэтому вот такие заболевания, как микроаденомы гипофиза, вообще любые микроочаги размерами там 2-3 мм даже, да, можно выявить с помощью трехтесловых систем. В некоторых случаях в качестве скрининга вполне достаточно произвести исследование полуторатесловой системе. Если мы что-то вылавливаем, такое особенное, да, и требующее разъяснение, можно использовать и трехтесловую систему как дополнительное исследование для того, чтобы уже уточнить диагноз. Магнитно-резонансные томографы нового поколения не имеют никакой лучевой нагрузки. Благодаря широкому окну подходят людям, страдающим клаустрофобией, а также применимы для исследования детей, причем находиться в аппарате ребенок может вместе с мамой. Сеть диагностических центров «Барсмед». Работаем круглосуточно. При прохождении процедур ночью скидка до 20%. 211 00 85.